Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, народ! И тут у нас Le Echo LED 2S Pro может стать новым лидером рейтинга Antutu. В начале сентября китайская компания Le Echo представила новый флагманский смартфон LED 2S Pro. Его особенностью должен стать процессор Snapdragon 821, который является более мощной версией 4-ядерного Snapdragon 820. Напомним, что на сегодняшний день на базе этого чипсета работает только Asus Zenfone 3 Deluxe. Использование Snapdragon 821 должно помочь LED 2S Pro обойти всех конкурентов в популярном бенчмарке Antutu и стать самым мощным смартфоном на рынке. На сегодняшний день это звание уже некоторое время удерживает OnePlus 3. Согласно появившейся утечке, LED 2S Pro набирает в Antutu колоссальные 157 897 баллов, когда как у нынешнего лидера OnePlus 3 только 140 тысяч баллов. Согласно имеющимся данным, Le Echo LED 2S Pro получит цельнометаллический корпус со сканером отпечатка пальцев на задней стороне и очень тонкими боковыми рамками. Ожидается, что покупателям будет доступно две версии. Обычная с Full HD дисплеями 4 гигабайтами оперативной памяти, а также более мощная с разрешением Quad HD и 8 гигов оперативной памяти. Вот так вот, ребятки. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.